Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин, и сегодня я хочу записать свой видеоотзыв о подарке из проекта Social Lift. Вот, давайте перейдем в раздел подарки, и мой аватар, сейчас он достиг тоже, он уже на, в принципе, на 14 уровне, вот, но подарки пока сделаны только вот этот подарок. Ну, еще были до этого подарки, вот, матрица X10, матрица в ракетоне, вот, и получается сейчас вот еще получился один подарок за $50, вот, и этот подарок уже пришел мне, получается, на баланс, я уже, в принципе, их все это вывел, обналичил, вот, и решил, как бы, на эти денежки заказать себе такую полезную приставку для дома, для того, чтобы просматривать для различные фильмы там и, ну, уже полезный контент на телевизоре. Ну, давайте перейдем туда. Мегамаркет. Ну, то есть я вот здесь нашел эту приставочку. Медиаплеер Xiaomi Mi TV Stick. Вот стоит она 5489 рублей. Все, то есть я эту приставочку заказал. Она мне уже пришла. Вот, можно также перейти в раздел заказа. Вот, и получается 28 сентября мне вот эта приставочка пришла уже. Еще дополнительно я заказал себе то, что там занимаюсь плаванием. Заказал такую специальную вещь для плавания. Все, то есть, ну, цена получилась немного дешевле, потому что я использовал еще свои бонусы. Сбер, спасибо. Вот, и поэтому, как бы, у меня тут еще кое-какие скидочки там были. Вот, поэтому цена получилась немного меньше. Но я использовал, в принципе, да, как бы, свои личные, как бы, бонусы. И поэтому я считаю, что все денежки, которые мне подарил проект, я, в принципе, истратил. Вот, и все, сейчас давайте я тогда перейду и покажу вам визуально, как выглядит эта приставка. И огромное спасибо на проекту за такие подарки, которые он нам делает. Вот сейчас будет следующий подарок, должен прийти еще на, получается, сертификат на $100. Вот, и после этого, то есть как он придет, я тоже запишу видеоотзыв и поделюсь тем, что я купил. Так, вот я распаковал уже свою посылочку, то есть получается вот такая вот коробочка пришла, и внутри мне был, получается, вот сама вот эта приставка. Вот она вставляется просто в телевизор, подключается через провод USB и все работает. То есть все, вот такой вот подарочек, вот тут инструкция была, вот, и вот такую штучку я заказал на деньги, подаренные от проекта Social Lift. Так что всем рекомендую участвовать, обучаться в этом проекте, зарабатывать, ну и получать как бонус такие приятные подарки. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.